Нам наконец-то приехали наши скакалочки, и они круче, чем рог. Мы специально заказывали с таким крутым подшипником, выискивали, долго пробовали разные. И у нас-то своя линеечка рог, тоже не самые плохие в мире скакалки. И сейчас посмотрите, например, чем они отличаются от рога. Вот рог, видно, как крутится. Ну, то есть я как бы не жалуюсь, я на них прыгаю там, и не разбивая 100 двойных, делаю спокойно на этих. Но теперь смотрите, чем отличаются эти. Скакалончики. На самом деле в прыжках пока что сильно не прочувствовал. Ну, теперь зря ты стал. Нет. Зря ты стал, что на самом деле. Да. И тройной. Так. Они разных цветов. Еще есть один плюсик. Есть скрытые замки. Я ни у кого такого не видел. Придумали мы. Подходи сюда. Вот что значит, ну, обычный замочек, да? И скрытый замочек. Как они отличаются. И как они смотрятся потом на скакалке. Вообще обалденно. Тут шестигранничком подкручивается все специально. И вот такие есть цвета. И наш фирменный сумочка.